Это один из объектов посещения – многоэтажный дом по улице Искалиева, 146. Представители мониторинговой группы заявили, что они проверяют качество работы КСК по нескольким критериям – уборке прилегающей территории, вывозу строительно-бытовых отходов, чистоте фасадов домов и покосу травы. И пока проверяющие находятся во дворе, председатель кооператива на встречу с ними не спешит. У нее нашлись более важные дела. Данный КСК является домопроходным. По данному КСК происходят постоянные жалобы со стороны жителей. Жалобы на данный КСК ввиду отсутствия выполнения работ. Также сотрудники МПС и мониторинговой группы были составлены протокола по статье 505 правил благоустройства. А это одна из жительниц многоэтажки. Пожилая женщина отметила, что в их подъезде уже пора проводить ремонт. Но КСК это делать не спешит. Лестницы, видите, трещины. Ну что, не делай, потом. В основном здесь пенсионеры живут. 19 квартир. Бывшие медики, учителя, все живут. Интеллигенция, 19 квартир. Но основном все пенсионеры. После рейда нарушителям правил благоустройства будут выданы предписания. На их устранение дается недельный срок. Недобросовестный КСК на сегодня отмечается. КСК Северный, КСК Домоправ-1, КСК Высота, КСК Жылдызалга и КСК Нор. Отметим, что жители могут сменить свой КСК, проведя общедомовое собрание. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.